Я думаю, что чиновники таких рангов не живут на одну зарплату, и это показывают все наши последние вещи, происходящие в России, с губернаторами, которых берут, и на местах чиновников на взятках берут, и выемки их денег, и документов, и яхты, и квартиры в Майами, и вообще недвижимость за рубежом, и жены с их предприятиями, и дети, которые рассекают на майбахах. Все это вот так много, что мне складывается впечатление, что даже если они отдадут и половина, да, ничего от них не убудет. Вот, аппетиты они не уменьшат, поэтому эта инициатива, скорее всего, я ее поддерживаю как инициативу от нашего президента, да, который собственным примером решил это показать. Все остальное считаю показухой.